Ну а тем временем еще один концерт классической музыки прошел на Родопском бульваре в Махачкале. Для горожан играл оркестр народных инструментов республики. Причем наслаждаться великими произведениями Баха, Бетховена, Моцарта и многих других композиторов теперь дагестанцы смогут каждую субботу и совершенно бесплатно. Нужно население приобщать к такой культуре, конечно, нужно. Я, например, за, я всегда был за. И я считаю, что чем больше человек знает историю своего народа, своей страны и своего края, ну, Дагестана, да, вот, я думаю, все же отражается в песнях, да, в музыке.